верите. Это колысах, горловой звук в народном пении. В Якутии актеров учат ему с первого курса. Алиса Ларионова владеет им в совершенстве и готова научить желающих. Коллега Алисы Иван Константинов рассказал, как становятся артистами. Гости из самой холодной точки России представляют на фестивале фильм «Легенды вечных снегов» в конкурсе «Сплетенные параллели». Для молодых актеров участие в кинофоруме – полезный опыт. Иногда бывает на фестивалях, что только лишь приближенные к кино люди приходят, а здесь просто обычные люди пришли, посмотрели, поразговаривали с нами. Как по-якутски «Привет, Оренбург!» Какое впечатление город произвел на артистов, а артисты на зрителей, расскажем в программе «Итоги недели» на телеканале ОРТ. Елена Фурсова, Егор Катаев. Новости дня.